конференции, дорогие гости, мы с огромным удовольствием принимаем сегодняшнюю конференцию в стенах нашего университета. Балтийский государственный технический университет был первым университетом Новой России, который подписал образовательное соглашение почти 25 лет назад с университетом города Буде. И началось достаточно эффективное наше сотрудничество в области образования и науки с университетом города Буде и другими университетами Норвегии. Мы до сих пор продолжаем это сотрудничество, развиваем это сотрудничество, и несмотря на сложные обстоятельства международной действительности, мы понимаем, что наше будущее вместе, образование, наука должны развиваться с тесной интеграцией различных стран. И те почти 25 лет нашего сотрудничества, скоро исполнится 25 лет, были очень плодотворны. За это время многие наши студенты, аспиранты посетили Норвегию, норвежские гости у нас постоянно бывают. Мы очень сильно улучшили образовательный процесс, улучшили науку, получили очень много опыта работы с промышленностью. И я надеюсь, что сегодняшняя конференция, очень символично, что она проходит в нашем вузе. И еще раз повторяю, я очень рад вас всех принимать. И мы надеемся, что эта конференция будет одним из этапов дальнейшего эффективного сотрудничества между нашим вузом и университетами города, университетами Норвегии. Спасибо за то, что вы прибыли, и поздравляю всех участников конференции, желаю удачной работы.